Итак, всем привет! И это уже вторая серия прохождения Need for Speed Rivals. И вроде бы как я все проверил со звуком. Я сейчас сделал пару видео, якобы все работает. Но я заметил, что золото заход присут мы так и не прошли. Поэтому сейчас мы будем это проходить. В принципе, звук нормально, ничего, вроде бы как, плохого с ним не было, все работало. Надеюсь, что в этой серии все будет уже нормально, либо дело в самой записи, в том, что там, где я снимаю, либо в самой игре. Но сейчас мы это узнаем. Ладно, давайте посмотрим, что мы можем себе купить. Вот именно сейчас мы должны получить за вот этот спидлист. Да, вот именно. Ага. Так что мы сейчас покидаем гараж и идем сюда. Тут среднее, но вроде бы как по прямой легко на полицию уходить. Ну вообще, особенно когда стоит турбо, и можно просто спокойно уехать. Я, в принципе, не знаю, что со звуком, но боюсь за звук в этой серии, потому что там все работало вроде бы как нормально, а тут я сейчас не знаю, то есть, если что-то поломается, то извините. Преследую группу 1044 по магистрали. Да, и музыку я выключил, но потому что все же, не знаю, если это было от eSports, но нарушение ко мне пришло. То есть, я не знаю, я музыку лучше выключу. Ай-яй-яй-яй, вот это плохо. То есть он не решил въехать? Окей. Я как-то там ему помешал сделать то, что он хотел, но не знаю. Сейчас мы пролетим возле него, что это там такое у них происходит, я не знаю. Заправка. Потерял его, я потерял его. 204, не упустите его, ждите прием. Ну так мне же нужно на первое место пройти, правильно? А я же пропустил на поворот. Это как у нас называется? Ну ладно. Допустим, когда я чувствую, я целую серию снова буду что-то там проходить. Это мне сейчас не очень нравится, что они все тут. Но значит, уже там... Это я не могу догнать. Мне сейчас главное успеть от них уехать. Ау. Он въехал в заграждение. О, да, я их догнал. Они тут еле едут. Здравствуйте. Они вообще еле едут. Я чувствую, я может, и смогу пройти на первое место. Главное снова не потерять все деньги, потому что Lamborghini, я думаю, она будет стоить дорого. Она мне нужна, и почему он лезет, я ему ничего не делал, роботы так обычно делают, но когда он с ним что-то делал. В смысле, у меня что, два в одном? Вот ненавижу сейчас вот этого. Почему он на меня напал? Я же ему ничего. Да ну опять он тут. Нет, это же не он. Я что-то не запомнил его. Но это тут но тоже лишний. Вот это сейчас опасно.
Мне главное его сейчас обогнать. О, отлично, заправочка. Ну да, я помню. Тут много заправок. Я ненавижу вот такое. Я вот просто пропускаю какие-то на повороты. Но сейчас, на турбо я постараюсь их догнать. Все, здесь автострада, тут не так уж сложно уже. Но может я их и догоню еще. Привет. Окей. Я турбо врубаю, мне надо уже улетать. Потому что это очень опасно. Если я прямо так быстро пройду, но ты можешь начнем новый спидлист. А я выиграл. Да, золото, это отлично. Убежище, где у нас? Убежище, я помню. Да, я не могу это выговорить. Но нам сейчас... Вот там вчера меня просто выбили. Я там просто не мог ничего наподделать. И на заправочку. У меня на 7 уровень. Сейчас... Что ему надо? Сейчас я просто в него хочу въехать. А мы едем домой. Мы не знаем, где дом. Ну, по мини-карте я буду ехать, у меня, сейчас нету времени на посмотреть, потому что игра на паузу не ставится. А, все, да, я узнаю, сейчас мы аккуратненько приедем. Я вроде бы не так уж сильно въехал, что ли. 10:44 ушел от погоды. О, начался и спидлист, деньги, стоп, а так я... Я помню, нет, в прошлой серии я прошел это, и мне даже показали Ламборгини, да. Но может я просто как-то не сохранился. Или вышел в Windows не через ту кнопку. Ну ладно, давайте сейчас еще раз. Надеюсь, это музыка без авторских направ. А то мне просто не понравилось, что мне было на прошлом видео. Причем, как-то у меня очень популярно они идут, так что мне это нравится. Каждый мой соперник. Так, допустим, да, мне нравится вот это. Сейчас мы выберем наш автомобиль. Слушайте, я не хочу ее брать. Она по характеристикам такая себе. Ладно, пойдемте сейчас за полицию. Я, правда, тут больше, если честно, прошел. Но как-то уже так. Машина у нас новая есть? Нет, у нас их нет. У нас нужно золото за перехват. Перехват. Легко, давайте. Пройдем легкий. Кстати, в принципе, по времени видео решил, я где-то буду делать их по 25 минут. Думаю, это будет нормально для прохождения чего-то. Да, в принципе, в прошлый раз не получилось, поэтому сейчас эти
9 минут я уделил именно, чтобы пройти. Здравствуйте, здравствуйте. У меня есть на вертолет, это максимально дорогая штука, но он, ну, просто якобы перекрывает дорогу. Еще у меня есть мои. Все, зажимаем сейчас его. Ну просто едем, мы уже не, да? Типа я же его просто так арестовать не мог. Типа у меня еще есть 1 минута. Я успеваю, мне кажется. Ну, золото, золото, золото. Все очень быстро я его так сделал. Так, дальше мы едем. Ага, вот эти у меня все пройдены. Нам далеко сейчас, но ну, куда-то придется ехать. Ну ладно, давайте, в принципе, проедем. Не так уж это и плохо. Ну, в принципе, вроде бы как игра 10 лет спустя, ну, типа, она выглядит, ну, даже, ну, нормально, я бы так сказала. Ну, типа, не прямо, ну, вот так и плохо, как я думал. Да, ну, конечно, ну, сама она нарисована под, ну, такими какими-то эффектами, какая-то, может, не знаю, как назвать, ну, какой-то в ней, ну, какие-то фильтры, хотя... Первой Forza, которая, ну, тоже, ну, была, например, на этого времени, фильтры, ну, тоже были такие, как под закат или что-то вот такое. И честно, я тоже уже не помню, но там, ну, вроде бы как это было, ну, тоже, но как-то, ну, понормальнее. А может его разбить? Ладно, давайте. Что я говорю? Давайте мы разобьем себя. Да, мы все очень правильно делаем. Конечно. Мы же все очень правильно делаем. Мы разбиваем себя. Я чувствую, сейчас я потратила это. Вертолет зря, но ведь он у меня тоже ограниченный. А их мы потеряли, да? Плохой, зачем ты их потеряла? На. Ну, типа вот они. Хочу, ну, подъехать вот так. Ну, я такой медленно так. Ладно, у нас тут сейчас... Ну ладно, ну, пусть едет там. Мне, если честно, сейчас нужно найти заправку. Она вот там недалеко, потому что иначе я просто не пройду сейчас это. Я буду без оружия и, точнее, без технологий, если называть более правильно, наверное, по этой игре. Но как и так, мы, в общем, уже будем. На какой стороне он с заправкой, надеюсь, на моей? Ага, вот мы. Да ну! А типа снаружи она, ну, побитая, в реальности нет. Но она вообще не могу, а капот у нее, ну, побитый, да.
Я только что поломал вообще все. Она... У меня вот эта машина, ну, понимаете, она побитая, да? Но она новая. Она максимально такая, как сказать, не побитая, целая, в общем. Но она у меня, ну, побитая, но она у меня целая. Ладно. Ага, у меня здесь тут 12 километров. Вертолет, спасибо вам. Здравствуйте. Там, ну, полиция, может, она мне поможет. Я не знаю, я тебя просто решил на первом. Так, ну чтоб побыстрее. Ты... Да ну его! Он хитрый. Ага, ага. Мне сейчас главное успеть его догнать, пожалуйста. Я-то не успел. Ну разобью тебя, никогда. Да ну и... Поэтому надо сейчас просто разогнаться, что я не могу сделать. Просто так тихонечко к нему. Ага, еще вот этот есть, да? А че он такой какой-то быстрый? Да, у них там что смесило. Отлично, я одного из них сделал. Это сейчас опасно! Да, это было очень нехорошо. Откуда у них эти штуки? Какая авария? Я через бордюр проехал и проиграл? Вообще-то интересно. Типа, меня якобы напопали, а машина была целая. Даже на критического урона не было. Ладно, начнем заново. Хотя бы какие-то там деньги назовут. В принципе, если честно, ну, вертолет он есть, он дорогой, а смысла от него особого-то и нету. Я покупаю сейчас таран. Потому что он очень нормальный такой. Окей. Покинуть гараж. Так. Это, ну, тот же самый. Ну, типа, я знаю, ну, трассу. Давайте мы пройдем, в принципе. Если уже не получится, ну, то мы это сделаем, в принципе, в следующей серии, которая уже скоро выйдет. Так, начинаем. Вечер, вижу уличную гонку в районе Галвинг Драйв. 10-4, постарайтесь задержать всех подозреваемых до конца гонки. Разгоняемся. Я задел его, попал в него, попытался.
далее. Опа, вот это сейчас хорошо было. Он врезался? Не, не заметил. Куда он улетает? У него же не самолет? На чем он там вообще? Просто улетел далеко вперед. Промолчу, если что. Мне удивляется. Мне догнать их надо. А там что, ну кто-то еще сзади из них есть? Я просто вот тут второй. А я еще... Да, там сзади они отстают даже. Потому что я несусь за вот этим. Здравствуйте. Как поживаете? Заправку, ну какую-то там найти. Пытаюсь остановить гонщика. Арест завершен. А я тех жду, да? Скот-3. Нарушители арестуют. Которые сзади. Возвращайтесь на свои участки. Я по карте еще посмотреть не успеваю. Вот они. Я пропустил их, но они были очень, ну, далеко сзади. А за встречку мне нитро не дают? А почему они так медленно едут? Я просто жду. Преследуйте оставшихся подозреваемых. А, ну золото, золото. Отлично, у нас есть золото. Мы успели, да, за целых 13 минут. Но мы успели это, в принципе, сделать. Заходим сейчас в командный пост. И что же нам за это сейчас будут давать? Мне просто очень интересно узнать. Что нам и вправду будут давать? На 54 тысячи. Porsche у нас. Что это у нас? То, что я думаю, это да. Правил больше нет. Полностью бежать. А вот это. Мы повсюду. Ну, ладно, давайте вот это. Не зачем бежать. Выбор автомобиля. Проверяем. Тут лучше разгон у Феррари, лучше управление у Феррари, сила у Феррари, прочность у Феррари. Слушайте, а я не знаю. По
характеристикам, но кроме максимальной скорости, на Феррари лучше. То есть нужно брать ее. Окей, давайте сейчас прокачаем технологию. Нам нужно, что нам нужно купить? Нам нужно накупить таран. Второй уровень использовать. Сейчас мы еще накупим целый третий уровень. А тут у нас денег вроде как нету. В принципе, сейчас мы переключаемся на гонщика и уже заканчиваем эту серию. Всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, со звуком было все нормально. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. И всем огромное спасибо. Также ждите скоро следующей серии. А сейчас я напроверю, что у меня сохранится. Я выхожу нормально из игры. Нормально.